плечу, что ли? Я нет. Каф. Пацаны, у вас же десятка, я так понял? Нет. Да. Какая десятка? Это дезинфа была же, я же сказал. Не, я понял, я просто смотрю. Вот где человек. На десятку примерно. Окро, блядь. Я скаф. Скаф. Аф. Сейчас мы долголону почистим, потом подумаем. Кому вешать, когда кому нет. Где шкаф, блядь, ёбаный шашлык? Кто у нас тут? О. Здорово, Куксакер. А? Кок. А кока. Два кока. Да, блядь. Чего там, глаза-то ключи закрывают уже, нет? Бомбы. Мы 30-е пушим, нормально. Мы вот рубли зарабатываем. Пока только рубли, потом доллары. Понял, принял. Ну, я думаю, что в евро. Поэтому автоматически конвертирует из рублей в евро. Какая-то есть фильм Дивергент, а вот вы деградант, короче. Это я, да. Сколько Рио у вас? 5к есть? 7. 7к Рио? Конечно. Че, на MDI-то ездите, да, получается? Да. Фрагмент созачек сувать, блядь. Так он уже прошел. Так еще будут, блядь. Ты думаешь, больше не будет? Все, последний был. Они же вторыми заняли. Кто? Фрагмент с компашкой? Джин или кто? Или Синдор? Покок Тим. А чё мы с ней? Пошли боссов убьём до уголовного все. В нормале. Хуй нормале. Здорово. Здорово. Привет. Этот балбес-то компьютер включает, да, быстро? Он пока найдет, где кнопка включения, блядь. Подумай вообще. Пока мышку найдет. Вчера повайпались на уголовной десятке. Как? Сейчас провайпались, блядь. Как? Это с кем? С пугами, что ли? С
сильно маг вот этот физрол, который. Понял. Там проблема. Акция, которую, о которой говорили. Я танчил там ДКшку. Еще Калантрил, да, ваша десятка? Да, да, хант вот этот. Понял? Чё? Что? Понял. Ну, йога плюс один закрыли. Сейчас бы Калант убрать на уголовно. Я ж не знал, что это так. Давай не надо, блядь. Чё не надо? Брать Калант. На уголовно. А кто сказал? Что его уберем? Не знаю, я что-то, блядь, пока мемчик смотрел, услышал в Дискорде какую-то хуйню, у меня очко сжалось. Просто помню, как он вчера по КД с йога с НК выходил, блядь, с мозгом. Да забьём, уже не попали в десятку со мной. Фейс вчера говорит, гоу, типа, в десятку помочь йога. Захожу, а там пиздец, там никто не поможет. Не, ну мы убили, что это кто? Лок говорит, Сакр этот, как он там был? Голос узнал. Чё это? Я забыл уже как. О! Ну он раньше был, теперь его уже нет. Всё, умер после вчерашней десятки, походу. Да почему? Ну он ушёл, мы же убили всё равно. Я до 6 утра сидел. Понял, да? Там в сетапе дело было. Да, тяжеловато было. Вчера уже спать надо. Чтобы сегодня проснуться и уголовно убить нахуй. Я уже все поспал. Получается, да? Уголовно еще надо убить. Да я могу трех уголовнов убить, блядь. Здорово всем. Ой. Тварь. Да, тварь, кто меня здесь скоро докинул, скажи. Это не я. Может, ты сам ливнул, блядь. Может быть, но я что-то не помню. Это я, может, есть только какой-нибудь пьяный должен быть нажать. В журнале аудита ничего нет, что-то каких-то. Бля. А я есть на сервере в журнале аудита? Может, я его куда-то спрятал? Ты сам ливнул, кривой, наверное, был, блядь. Да, блядь, я туда. Ой, блядь, спасите, спасите. Кто-то тут, короче, уже все разрушители заправил. Ассисты, да? Синдора, ты чё, на ритейле решил играть? За счёт парафлить захотели. О-о-о. Вот дурачок. Когда? Тут тварь. Понял. Чё, Эльдар, сегодня звеном идём? Звеном. М? Звеном? Первым звеном идём. Красным. Да, красным сухим. Сюда, тишка, давайте по лбе смоем, начнём уже бить.
почистим пока чё. Если что. Няшер, ты все завез, блядь, сюда. Блядь, я тем более забыл сделать тринку на хп. И этот, наверное, толстый не сделанный, да? Это Эрик? Да. Походу. Че, ему некогда было? К оружию, олухи! У нас гости! О! Че, суманули? Все тут? Нет, давай. Кто там прыгает? Прыгает первый. Джиэл, Синдор, Ян, Няшер. Вторые перегают Изикатка, Кен, Хоксис и Фейс. Запомнили? Запомнили. То он балбес написал, что отойдет. Ну и похуй. Понял. Кто не бросает? Бенви? Бенви не бросает, как обычно. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Одного отдать. А, нет. Встаньте быстрее, давайте. То у меня с у меня Ян и Синдор. То есть Синдор не ждем. Я тут. Все, Ян и Синдор, дальше поехали. В тачке сядьте, я, Зиен, Сакра. Кто там еще у нас кидал постоянно? Я, Зиен, Сакра. А? Ты не Зиен, Сагр. Кто закидывал? Да, мать, покидаешь? Покидай. Давай. Садись в луну. Сажусь в луну. Бля, ты Зиен 2 ассиста дал только что, да? Нет, я ему давно дал. Странно. Сел в луну. Так, в луне кто? Ну, у меня тут Изикатка и фейсролл. Все, фейсролл, дальше. Печеньку, бог. Печеньку, Жиэль второй, кто первый? А, я первый как раз в печеньку. Я второй в печеньку. Окей, Кен второй. Так, Зиен, Зиен, ты где? С той стороны? Чё? Русак. А, Русак. Русак, у тебя кто там? Я первый, Хокс второй. А, ну всё, что? Печеньки, Зиен, всё. Э, погоди, хуета какая-то. А Ян первый прыгает или нет? Чё? Ян первый прыгает или нет? Да, да, да. А, ну тогда мне нужно в другую машину сесть. Подожди, ну, смотри, у меня Ян... Подожди, Ян и ты. Ну, ты сказал мне первым прыгать. Ну давай просто представим, у меня Ян и ты, у Дамази кто? Бейсерол и Изикат. Ага. Изикат уже сидит, да, в этом? Уже сидит. Окей, у Сакра кто? Кошка и Няша. Окей, у Зиенда. Залезь в катапульт. У Зиенда Кен снаружи, а сейчас кто сидит внутри? Шелл первый. Ну все, у Бенви сядьте кто-нибудь один. И Филим, сядь в Бенви. И что, страховать будешь? Бенви, вот треугольник. Вот он стоит, треугольный, зеленый. Ты убежал от него. Филим. Филим. Треугольник. Возле входа. Разрушитель сядет, брат, разрушитель. Разрушитель. Бля, как кто меня унизит, как ты? Заниженный. Бля, он так. Ну опять, блядь. А Дискорд не работает. Чё, давайте осадки пулять. Во. Сел тебе Бенви, нет? Закидывайте людей. Чё с хп Синдор? О, понял. Сбивайте колчедан больше. Треугольник, у тебя колчедан, Бенви, там нет. Смотри. Бля, у меня колчедан нет. Подъедь чуть-чуть назад, Сакра. Загружайся. Готовьтесь, подождите пока. Загружайся. Поехали, кидай. Закидывай. Я не кинул почему-то. Ну ебаный в рот. У кого там? У Бенви. Бенви, кинь не филим. Кидай, кидай. Сколько нужно выстрелить, чтобы стак обновился? Бля, ему написать надо, чтобы он этот зарядился. Зарядись, Джел! Цветы, цветы.
Сука, стахи проебали. Эу, зарядись ты! Сейчас скинсом. Огонь идет аккуратно. Я кинул Джео. Да ты с меня снял. Кенс есть? Да? Да, да, я сел. Цветы снимите там с этих разрушителей. Колчедана больше сбивайте. Каст. Колчедан сбивайте, вообще нет колчедана, пацаны. Нажми ускорение сейчас, быстро, 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 кто мне сидит? А что там? Остановки. Ты чё, это мы стоим на это до сих пор. Еще один, да? А пушки живые? Одного чёрта нет. Я последний добил. Ладно, просто стакайте, похуй, забейте хуй. Дать их кто-то стакать. Блять! Ты это видел, Кен? Да. Охуенно он, блядь, откидывает. Стакай, стакай. Сбивай, подбирай. Вот это справа не подбирает? Сен, сними с меня цветы. А это не подбирает? Мне тоже нет как-то. Нет. Пойдем вон туда тогда. Ладно, понятно. У меня ебаный. А кто не кинулся? Я не кинулся, я не знаю почему. Так я Джелла кинул потом. Ну да, ну потом кинул. А так их четверо и четыре пушки сломаны, в смысле? Сейчас снова колчедан будет падать. Нет, можно колчедан надавить. Можно дать? Пожалуйста. Если разрушители живые. Так вот, если раз... Блядь, снимите эти ебаные цветы, пожалуйста. С разрушителей. Осадки. Каз бить? Каз бить надо, осадки. Ускорение давай, быстро сейчас. Быстро. Охуенно сбили. А мне не было. Ясно. Сбили в 0-1, да? Не, не успеем добить. А вот сбили бы каст, добили бы. А что это было? Не знаю. Типа ты меня кинул, не понял, что произошло. Не знаю. Но что-то было. Непонятная хуйня. Так, слышь, они ж добьют его, не? Те, кто на пушках. Не. Не, вас убило? Вас же там не бьет вроде. Там скидывает один хуй. И да они там в фулбой сидели. Они убили 4 пушки, а потом типа ничего не произошло? Да. 3. Да, там забавно. 4 пушки убили. Нормально. Работает как поставил сзади. Каску бы. Каску баф, это у нас Эрик. Принадлежит тот следующий. Прости меня. Кто следующий? Кто следующий? Кто следующий?
Там двое бафуют каски. Тима, тачка? Я бы сказал, двое не бафуют каски. Ну, вопрос к ним. Пиликал что там, нет? Побольше можно? Летает там? Да нет больше. Дайте по паладинам каску тоже, пожалуйста. Бля, Сакра уже другую метку спиздил. Да похуже на это, блядь. Да я уехал сюда до того, как метка вообще была. Анозер. Че, по паладинам дадут каску? Да забей хуй, поехали. Садки, блядь. А кто? Не кинулся кто-то? Двое не кинулись. Серьезно? Ааа, блять! А на нем свет. Ну, убегай. Дай ускорение. А ты чекал вообще тут? Все? Нет, я их мы их кинули, но они не кинулись. Мы их кинули. В том меня в чатре убило. Понял. Го, в нормале его ебнем, блядь. О, сейчас это нахуй надо. Только третья пушка появилась. А нахуй нам герой? Ускорение, ускорение, ускорение. Скорее всего, он забагался и надо резетнуть чинство. Да ничего он не забагался, ну, нормально. Остановка пошла, остановка. Ну я без пассажира, я сейчас... Взять звезду кто-то? И куда ты нет. Сел? Кто сел? Цветок слону, цветок я слону, все набери. Цветок слону, убери. За руль сел, не Филим, блять. Ну пересядь. Садись. Садись отсюда. Садись. Залазь. Ну? Брось меня. Ну, когда? Да не надо уже никого кидать. Давай. Хоксис? Да еще одну надо остановить. Да не кидайте, просто, блядь, стакайте колчедан и все. Уху на эту остановку лишь, блядь. Бейст. Ну и... Кидать, я кинул пассажира. Одного кидай пассажира. Мне. Если четверых кинете, то заебись, если нет, то он забейте. А сколько вас там? У меня есть фейс. Еще закинь. Два надо. Закинь. Садись, Фейс, садись, закину. Закидывай. Хокс закинь тоже. Хоксис. Но он не садился, я чё... Мне нужен пассажир. Мне нужен пассажир. Сам понимаешь. Себе обнови. Только я сейчас ебу колчедан. Не могу за мной хуйня. А нет, пойду. Бля, пизда, а где еще колчедан? Там еще не аж за воротами. У нас стоит человек. Еще одного киньте кто-нибудь. Ебал уже багаться. Это по одним меджи. Просто стакайте колчедан, он умрет сам, блядь. Забейте уже хуй. Хули его не сбивается. Сбейте колчедан сверху. Хоксис в этот садись, и что? Потом. И еще есть Джил. Не, ну тебе. В печеньке забагался, надо дальше. Давай он ту дальнюю. Чё с остановкой нет? Сбейте каст, алё. Мы сейчас сдохнем. Фул каст идёт. Ладно, убьём, блядь. Я уже всё, пусть сдохнем. Там все мёртвые. Блядь, заебало багаться хуйня. Двоих не кинул, это вообще пиздец. А потому что было только две пушки. Не четыре, а две. Да он забагался, походу, после того. О, они зря били, блядь. Да я оком не пошел, сразу тапки упали. Давай будем надеяться, что наручи еще с XT упадут, потому что оком не пошел. Ну да, изи вообще. И плащ собрание. Кто там написал? Мне надо СПД давать, СПД. Я рейду даю много СПД. Дай СМЛу мут на неделю, короче. А, блядь, мне шрадай вон паладин. Прикинь обмен. Есть начертатель или нет? Я. У которого нет этой чарки. Ч
чё, начертатель, у которого нет чарки? Наложение чар, блядь. Наложение чар. А чё, ринканит, что я, блядь, не увидел чё? Ну, отведение ударом, как обычно. Ты нахуй. Ну, разобрать не сможете, босс. Похуй, блядь. Бля, у этого, как всегда, самый топовый гир, блядь. Топовые ботиночки. Бля, и я нет, посмотрел. У нас есть небольшой промежуток времени, бог сначала это приглашу. Почему у нас есть промежуток времени? А, потому что у нас спидеры не приходят. Посмотрел я этот, блядь, стрим БК, нахуй. Я ожидал немножко большего, но все же. Такая хуйня. Топовый танж. Да. Топовый. Что, за сколько закрыли кар за час? Блядь, груля, нахуй, в Т3 убивают. Охуеть, просто лучше. То есть Т3 сейчас актуален, да? Да! Там танков, блядь, вообще не бьет. Босс упал до, по-моему, 8-го стака, блядь. Это пиздец. Шу... У босса там просто ХП улетало. Зато хантеры в своем ебаном Т3 как расчехлились, как топ-1 дали. Клево, да? А эти уже накрафтили себе этого говна, успели? Что-то у Клосса, Монклосса, блядь. Хотя, наверное, не успели, да? Да, вряд там ли, нет, там еще надо фармить. Чё за раз? А, блядь. Там же это нужно, трансмутация, и как там это хоть там? Да. Мне чё-то не хватает. Я чё-то забыл на всё, на ХП сделал, послужил. Икс типа не сделал. Ну ладно. Погнали. Погоди, а баф еды-то надо. Бля, лишь бы успеть. Тимку. А, это Куртак в фоне, что ли? Куртак! Сектор Курдан. Который, блядь, не смог справиться с задачей разбивания луж. Чего? Пиздёшь? Такого не было. Низинфа, осуждаю. Ну кого? У которого даже не выведен рейд фреймы. Ага. На фоне пипка внутрь растет. Петух, блядь. Ну шо, вы там подняли рейд? Да подожди, посмотри на рейд фреймы. У меня их нет. Нахуй. Ха! Рейд фреймы твои ебаные, блядь. Кому это выгодно вообще? Да, понимаете, я... Просто настолько охуенный, что мне на вас смотреть, вы сами понимаете, неприятно. Вот я не утас. Так. Подожди, сейчас, блядь, не могу кикнуть попозже. Кого ты не можешь кикнуть, да? Отлично. Так, пони, maybe будет через час 15, подождем. Ну все, отлично. Бля, можно хоть одного Элема или сову в этот ебаный рейд, блядь? Maybe дождёмся через час. Бля, крит хочется, блядь. Кстати, думаю, что в четвертый рейд должен был уйти, блядь, Олик. Я тебе уйду, блядь, в четвертый рейд. Ебать, опозорился в том рейде, нахуй. Я в ахуй был просто. Чего опозорился, не понял я. Не в свой портал заходил, короче, блядь, вообще не заходил сначала три рейда. Я заходил три раза не в свой портал. Я заходил в десятый, потому что я в предыдущем трайле, когда мы в трайле в пятницу, я заходил в десятый. Поэтому я пошел в десятый. Когда он обозначал новый портал, меня не было. Вот. Ты вообще не заходил в портал. А чё у вас Бенви в хиле? Надо... Я не понял. У нас, блядь, ну не Элема, не совы, а Энви в хиле. Ну, Туля. Не знаю.
Ой. Каланту сейчас возьму вместо Демайза. Я ливаю. Я не помню понять. Ладно. Ты договаривай, договаривай. А сказала говорю. Я тебе объяснил уже. Ты не слышишь мне ничего. А что ты можешь понять? Я? Да. А что я не могу понять? Что ты не можешь понять? Так что я не могу понять? Ты не можешь понять. Что ты не можешь понять? Ты же не можешь понять. У тебя вообще есть понимание чего-либо, блядь? Я, короче, кое-что понял. Или опять утра, блядь. Еще особо не нет. Че, в Нью-Йорке, блядь, живешь, что ли? Где там? В Лос-Анджелесе? Сан-Диего. Ага, точно. Ну да, пора. Ну у тебя не 5 утра, у тебя уже 6, блядь, не пизди. Я, говорит, не могу понять, потом говорит, а что ты не можешь понять? Сука. Ты что понять, ты можешь что-нибудь? Душитесь, сука, потому что... Сестра. Блять, не наши проблемы. Бля, короче, заебали, блять, сами эту хуйню танчите, но на локах, блять. Я могу, у меня таунт есть. Бегать буду за этой хуйней еще. Я по какому-то дурачку бафом промазываю вот этим, который от демонолога, это как вообще? Пишет мисс, блять. Привет, 3 утра, ага. Ты где, блядь, живешь? В Израиле? Ой, блядь. 3 утра сейчас где-то, блядь, в Тихом океане, наверное. В Японии, нахуй, какой-то, по-моему, блядь. Не, в Японии не может быть 3 утра, в Японии, наоборот, вечер, блядь. Там заебись, да, в этом луже стоит? Заебись, там чочки, чочку не идет. Что, осколки упадут в этой жизни? Нет. У тебя же 4 осталось-то, не? Понял. Yes. Понял. Реквизиты отправили, нет? Кстати, да, дайте почту там. Кому это отправить надо? Я же написал. Я не знаю, но... Их не отправляю. Мордо мям, регенегат мям. Я помню, когда только появились ренегаты, я отправлял с Альянса, короче, с Орды и с этих. Ну и с ренегат мне пришло X3 бонус. Было забавно. А что, так можно, блядь? Сейчас не знаю, но мне это когда первый раз было, мне за арену пришло X3 бонус. Там пришло, блядь, 10 бонусов. О, штанишки сюда, нахуй. Да. О, на фурика получается? Угу. На энх, блять, дай. То я в тот раз их не взял. Это бои. Да не те, что. Это бои, это так что никуда. Шотер. Давай. Я там в Энхе был просто. Пони еще походу думает, что его тут суманут. Я лечу давным-давно, как только меня взял. Я закупил фласк и полетел. Ну Пони, блядь, когда ты укикнул, интересно, он об этом знал? У него же нет тайфайна. Не, ну погоди, а рейдфреймы есть у него, но только своей пати, не? Не, зачем? Ты меня, блядь, спрашиваешь, какой фоне интерфейс? Пацаны, вы видели, какие эгоисты на X2 играют? Нет. Что там? Трупл тал 21 человек. Это 2 гильдии. Лол.
Они, короче, инфу забили на тех персонажей, которых мне не хватает. И просто, блядь, доделал тем, у кого есть. А что, на X2 получается пройти? Так там статиков нет на X2. Там просто они собрали самых сильных, потому что у них самая тяжелая ачивка это была на Игнисе растопить печку. Почему самых сильных собрали? Ну, самый большой ДПС там, я сетап понимаю, прям сделали. Типа, можно собрать самых сильных. Почему нельзя для них добить остальные ачивки? Ну что, пошли ну нахуй. Почему? Ну, потому что, скорее всего, они ебали в рот еще в хэме всю эту хуйню бить. Мне кажется, когда мы вот в следующий раз в хэм пойдем Ульдуар, тогда поймем. Ильдар, Ульдуар. Какого тут убиваете, не понимаю. Забанишь второго. Забанишь. Че, а Тринка со Старкрылой упала? Да. Блять. Грипните кто-нибудь. Ян, ты. Получается, сейчас уже, да, работают эти... Чё? Уже ввели какие-то новшества на алголом? Ну, после сброса КД, это как пишет Дезурон. Ага. Только, блядь, чё-то в тот раз он тоже писал, что по фикшен урон, блядь. Ну, может, он и был по фикшен? По факту 13% это сколько? 1200 урон. Хуйня вообще. 1200 дезурона. Сманить там меня, я его. А можно было эту порчу не вешать? Ну вот ты сам там, блядь, живи. Гений, блядь. Сакра, чего у тебя за сет некрасивый? Чё? Сет у тебя некрасивый. Ты 8. Некрасивый. Ну это не сет, это шмот, который, блядь, упал. Это он а такой, может, вы встанете под... Я слышал, Витя, градстрел можно и в миле-зоне кастовать. Пиздец. Блять, это дешево, блядь. Чё душишься ты вроде после отдыха, алло? Я вчера фена дохуя уебал, блядь, мне похуёво. Ну кто виноват-то, блядь? Что ты наркоман ебаный? Не надо тут. Наркотики, какие наркотики? Каф. Почему я его в два раня орёт сорву? Блядь, Катя сорву. Да я в дауну, я наварен. Давай Бенви спекнем. Захилите? Захилим? Зачем тебе Бенви? А, у нас фоня есть, блядь. Дай фоня есть. Обиделся я на тебя. Ты смотри, блядь, в хату на Арбате не попади. А тут там стекло мыть, блядь, 100 тысяч рублей. Согласен, дорого. Ой, бля. Нет.
кого третья там аура? Дайте сюда. Так, у нас... У тебя кенты пока в это, уже в сокрой? Нет, еще могу степнуться. А, у нас еще есть 4 мастера как раз. Знаешь, Джейн, всем так похуй на эту хуйню. Отдайте этому Дармелону ИМА. Освободите. Кого ИМА? Ебать, 43 крита, вот это демонолог. Это донат после Дармелона. Да, потом мили подойдите. Возьми огонь пока, Кен. Следующий тоже будет? Освободим. Сакра, зачем тебе ДПС? Я, блядь, дамажу. Забудь. Хочу дамажить. Бля, ладно, задымайся, магнал. Еее. Вот сейчас понеслось. Нет, нет, выпусти, я только мету вжал. Так в мете можно огонь нахать, ебаный. Нет! Я сейчас будет хоста охуенно.